Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина, любительница кукол. И сегодня хочу показать вам еще одну куколку. Софию. И это модница София от компании Карапуз. Куколка в блистерной коробочке. Видно, что там расческа и одежда куклы. Какова она? Ну, остальное там какой-то коктейльчик, но он картонный, конечно. Сумочка есть у куклы. И она в таком casual outfit. А с обратной стороны коробки красивый городской пейзаж с цветами на клумбах и с высотными зданиями. Она, конечно, отлично закреплена в этой коробочке, но обратите внимание, сразу видно, что это опять-таки стопроцентная копия Molda Superstar. Волосы у куклы длинные и ниже поясницы. Она блондинка. На мой взгляд, у нее и макияж в стиле 90-х, по-моему. Розовые яркие тени, переходящие в фиолетовый цвет. Глаза голубые. И рисовка глаз тоже очень похожа на 90-е. Розовые губки, легкий розовый румянец, тонкие брови. У нее есть серьги, которые должны выниматься. Точно, они легко вынимаются. Личико ровное и очень милое. Боковой пробор и никакой особой прически у нее здесь нету. А, нет, вру. Здесь вот резиночкой закреплена прядь. Вот так. Голова не имеет шарнира и не наклоняется, только поворачивается в разные стороны. На прошивочку посмотрим. Мне кажется, в этот раз волосы более мягкие. Посмотрите, тут лысины. Вот так вот. Вот такие лысины. Волосы достаточно жесткие. Наверху дырка. Для проветривания, наверное. А вот такие вот здесь расстояния между прядями. Волосы жестковатые. Не знаю, будут ли мочалиться. Не могу ничего сказать. На обратной стороне, вот здесь вот, где шея, София, о, господи, боже мой, София, фирменный знак, вот он. Посмотрим на тельце. У куколки шарниры в плечах, они разводятся, в локтях и в запястьях. Ручки, кстати, резиновенькие. Или прорезиненный вот такой материал. Тело пластиковое и не сильно дорогое, потому что немножко светится. Разводятся ножки, которые полностью пластмассовые. Думаю, что скоро очень будет очень слабо держаться. Так, есть в коленке шарнир, но нет шарниров в щиколотке, то есть в стопе. Стопа каблучная. Сумочка розовая, с бантиком впереди, структура тут какая-то выбита на ней. И вот такой вот линейкий ремешочек, тоже как будто бы плетеный. Сумочка милая, но не функциональная. Она как-то даже не очень хорошо, тут вон какие-то есть зазоры в ней. И она пластмассовая. Джинсы сшиты не без недостатков. Во-первых, тут липучка отходит, строчки неровные, некоторые прошитые не по одному разу. Материал приятный, кстати, хлопчатобумажный, и это имитация джинсовой ткани, слегка потертой или, может, даже вареной. Джемперочек очень милый. Вот тут два леопарда разноцветных, бледно-розовый, ярко-розовый. Якобы в кустах сидят. И вот такой вот принт на рукавах. А средняя часть, полочка и спинка белая. Сзади полностью липучка. И тут, конечно, не требуется никакой обработки. Ниточки кое-где торчат, но это ерунда. А так, в общем, сшито ровно и очень даже годно.
И вот такие розовые слепончики. Правая и левая отличается. И они сделаны из резины. Мне они очень понравились. И они специально сделаны под каблучную стопу для имитации плоской подошвы. Глазки у куколки не пиксельные, но зато очень здорово блестят. Найти ракурс, чтобы они не отсвечивали, не давали блики, довольно сложно. Но, тем не менее, мне все равно нравится этот молд. И поэтому, наверное, мне придется перепрошить ей волосы. Потому что волосы меня не устраивают. И вот, просто подержав в руках, еще даже не причесывая, я вот такой кусок уже у себя в руках обнаружила. Ну и вот для сравнения кукла Mattel и куколка Карапуз. Согласитесь, мод один. Отсутствие шарнира, конечно, очень эту куклу упрощают, потому что все время она смотрит только вверх с задранным подбородком. Это очень неудобно. Придется сделать ей еще и шарнир. В общем и целом, для дешевой куклы очень даже годная кукла. Стоила она недорого, и поэтому я считаю, что деньги потратила не зря. Голова сделана из качественной резины. Ну да, тельце немножко, конечно, похуже, но тем не менее шарнирчики и, в общем-то, милое очень телосложение, как у кукол 2000-х. Тоже разнообразие в коллекции. Ну, а все недочеты, недостатки можно, конечно, исправить, но, конечно, это работа трудоемкая. Большое вам спасибо за внимание. Желаю вам творческих успехов. С вами была Рина, любительница кукол. До новых встреч!